Как только я купил билеты в Турцию, забронировал отель, мне в руки попала портативная колонка Bose. Первое, на что я обратил внимание, на ее компактность. В ручной клади в самолете небольшие габариты и вес решают. А вот что ожидать от ее звучания, мне оставалось проверить по ходу путешествия. Bose SoundLink Micro полностью пыли и влагозащищенная по стандарту IPX7 колонка. С такой защитой можно ронять колонку в воду на глубину до 1 метра. То есть нырять с ней в маске и слушать под водой, конечно, не стоит. А вот слушать музыку на пляже, у бассейна или под дождем – без проблем. Полностью прорезиненный корпус делает ее защищенной от ударов и повреждений. Это делает ее идеальным спутником в походах. Можно крепить на руль велосипеда или на сумку, для этого предусмотрено надежное крепление. Вес всего 290 граммов, габариты практически 10 на 10 и на 3,5 сантиметра. На выбор SoundLink Micro продается в трех цветах – черный, синий и оранжевый, как в моем случае. Цвет – дело индивидуальное, я однозначно выбрал себе оранжевую колонку. Визуально она выглядит очень приятно. Под специальной решеткой на лицевой части скрываются широкополосный динамик с характерной тембральностью и пассивный излучатель, который придает бархатистости низким частотам. Для гашения нежелательных вибраций на нижней плоскости предусмотрены резиновые ножки. Для управления портативной колонкой на корпусе буквально 5 кнопок. Кнопка питания, Bluetooth, кнопки регулировки громкости и универсальная старт-стоп, следующий предыдущий трек. Она же отвечает за прием входящих звонков. Смартфон может лежать в сумке или в другой комнате, отвечать на звонки можно через встроенный микрофон. Встроенная аккумулятор позволяет слушать музыку на одном заряде до 6 часов, чего вполне хватает для одного похода или вылазки на природу. Для подзарядки предусмотрен разъем microUSB, кабель в комплекте. Bose SoundLink Micro запоминает до 8 последних сопряженных устройств. Не придется каждый раз делать новое сопряжение. Просто нажимаете кнопку Bluetooth, колонка называет имена, например, смартфонов. Через фирменное приложение Bose Connect можно организовать режим пати, когда играет несколько колонок одновременно. А можно включить режим стерео, подключив пару колонок. Качество и надежность продукции американцев Bose в современном мире гаджетов и девайсов – это уже неоспоримый факт. Цену колонки смотрите по ссылке в описании. Много это или мало – пишите свое мнение в комментариях. Послушать и купить колонку можете в салонах персонального аудио SoundMag в Киеве, Днепре и Одессе.